здравствуйте, наши хорошие, наши любимые. Тыры-тыры. Всем привет вам из Таллина, из Эстонии. Нам снова с Кристиной дома не сидится. Мы уезжаем в кино. Вчера вечером посмотрели первую часть «Дюна». А сначала купили билеты на вторую часть, нашумевшую. Так все разбирают эти места. Это «Дюна». Ну, первую мы посмотрели на песочного червяка. Ну, придется ехать на вторую, честно говоря. Не очень что-то, но надо. И мы готовы, и мы уже в кино, сразу. Сразу раз, и мы на месте. Сегодня у нас с вами «Дюна 2». А зал так это был раскуплен, поэтому мы быстренько купили билеты, а потом оказалось, что что-то нам это первая часть. Ну, знаете, дома кино смотреть вообще не то. Сколько людей сегодня. А когда в кинотеатре смотришь, все хорошо. Вот на этот. Смотрел из вас кто-нибудь «Дюна»? Вторую часть. И первую, кстати. Не знаю, мне показалось там бред, конечно, но... Песочные червяки, всякое-то будущее, планеты, то все. Ну ладно. Другого у нас особенно лучше, знаете, выбора у нас особо нет. Вот так. Взяла снэк. Она сегодня взяла сладкий. Тот раз был соленый, а этот... Тот самый, кстати, о чем вы предупреждали, что нельзя с карамелью, что зубы ломает. Попробую один. Он мягкий. Ну, как глазурь это карамель. Не люблю попробовать, не понимаю его. Вот, убей меня. В общем, дома нам не сидится. А сегодня, по-моему, все сюда. Людей очень много. А где наш шестой зал, Кристина? А, вижу. Окей. Это пятый. А у нас шестой. Тоже привычная картина, идем. Ага, да, конечно же, Кристина, обязательно надо. О, мы первые. Ну давай. Видите, у нас залы небольшие. На русском языке сеанс, на английском, на эстонском. Гораздо больше, крупнее залы есть. И IMAX есть. А как на русском сеанс, так вот здесь, да, маленькие все. Ну что, закончилась «Дюна». Я так поняла, что часть вторая. Она не последняя, а будет еще. А вот сейчас Наполеон. На Наполеона мы тоже ходили. Не на коньяк, не на торт, а на фильм. Вот это «Дюна». Ну ничего, так зрелищно. Полный зал людей. Полный зал людей. Такого я давно не видела, чтобы в кино было столько людей. Вот. И вторая часть. Это не конец будет. Третья, это однозначно понятно. Только началась война и все закончилось. Короче, будет третья часть. Но... Да, в общем, Кристина хочет в кафе, после у нее традиция, после кино в кафе. Ну, идем. Че нам? А в кафе мы сегодня идем вот это, называется «Монг». Здесь вроде с билетами на 20%, с билетами с кино на 20% дешевле. Так была реклама в самом кино. Пойдем посмотрим. Вок и суши. Смотрите, как здесь красиво. В общем, какой-то монг. Тут и типа террасы, и все такое. Что-то здесь мы почему-то не были. Я думала, да он там такой у двери, а здесь такая зелень. О, смотрите, как здесь красиво. И все занято абсолютно. Здесь очень симпатично, я хочу вам сказать. И все занято. Вот мы нашли столик небольшой, так все занято. Я вам почитаю сейчас меню. А здесь мир азиатских вкусов. Здесь есть суши по 8 штук 8,60, 12 штук 10,60. Оф темпора разные суши. Цена везде одна. 8 штук 8,60. Все наши цены в евро, мы из Эстонии. А потом есть всякие в темпора. Куриные какие-то штучки-дрючки. Закуски. Креветки, весенние рулеты, блюда на сковороде, креветки там, допустим, 9,90, приготовлены на сковороде.
салаты по 6,90, по 5,50. Я в этом плохо разбираюсь. Там хуя и вот эти все такие, в общем. А хлеб на в темпур, наверное, такие вот. Хлеб примерно по 2,90. Курица по 9,90 все блюда. В кисло-сладком, в общем, соусе. Если кому-то что надо, это хлеб, Кристина, то остановите, посмотрите. Хрустящая утка с медом. Ой, господи, куда там изобрели? 10,90. Какое огромное меню. Рыба, морепродукты по 10,90. Здесь всякая рыба. В соусе терияки. Ой. Вегетарианские блюда по 7,90. Девочки, часто спрашиваете. Лапша с курицей по 5,90. Рис с креветками 5,90. Здесь, наверное, людей потому много так, что здесь очень недорого все. По 5,90. Картошка фри с салатом. Сосисками 4,90. Здесь цены нормальные. Ой, какие красивые, смотрите. Банановый коктейль 4,50. Это сладкое. Банановые блинчики с мороженым. Мороженое. Жареный ананас в тесте с мороженым. Жареный банан в тесте с мороженым. Так, и кофе. Я обычно смотрю по кофе. Цены вот в этих кафе, ресторанах. Здесь черный кофе с молоком 2,50. Латте 3,50. Да. Ну, как-то так. Алкоголь мы с вами не будем. Ну, в общем, что-то из этого надо выбрать. Я не знаю, что может быть суши. А у нас какая красотища здесь заказана. Ой-ой-ой-ой. И мы заказали суши из темпура. Ой, не знаю, что будет с моими весами. Придется устраивать голодный день. Приносят или вилочка такая красивая, кстати, с золотом, или палочками, как хотите. И Кристюша то же самое. Чем занимается ребенок, пока ждет заказ? Вот вы чем занимаетесь? А она решает математику. Вот так вот. Здесь очень-очень симпатично. И очень много людей. Вот сейчас походила, как-то стало поменьше. Так очень много людей. И здесь очень-очень даже вкусно и симпатично. Нам здесь понравилось. Мы сюда еще вернемся. Сзади там еще терраса. Сейчас это все еще закрыто, потому что совсем ранняя весна. Но когда там откроется, ай, хорошо. Ой, а у Кристины еще десерт. Жареный банан с мороженым. Ну, это же вообще, а? Вот это жизнь, скажи, Кристина. Замечательное заведение. Здесь очень вкусно. Вот это вот. Рекомендую. Чек был 25 евро. С тем самым условием, что с нас сняли 20% за то, что мы были в кино. Тут такая компания. Вот. Так что очень даже, знаете, недорого и хорошо. Все. Мы отсюда с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всего вам светлого, доброго и хорошего. И до следующего видео. Пока-пока.